Шастра Гуру Атмарупе Апанара Джанана Кришна Мунапрабху Прата Дживара Хая Гьяна. Забывчивую обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний, осознавшего себя духовного учителя и сверхдуши. Благодаря этому она может понять природу Верховной Личности Бога и осознать, что Господь Кришна – ее вечный Господин, освобождающий ее из плена Майи. Так можно обрести истинное знание о своем обусловленном состоянии и о том, как достичь освобождения. А почему вот люди, начиная практику, все-таки ее оставляют? Это вот вопрос именно культивирования знания или еще какие-то есть причины? Ну, многие, да, очень сентиментально к этому относятся. То есть пришли, все новое, красивое, интересное, попрактиковали. Потом уже оно не новое, не интересное, ну, пошли дальше. То есть у многих это так проходит. То есть они не успевают, да, как-то разобраться, что это что-то серьезное, да. Этим можно до конца жизни заниматься. Кто-то... сильная привязанность, он пробует, смотрит, нет, что-то рановато. Я начал, еще много привязанностей, нужно как-то их удовлетворить. Сильные привязанности его забирают обратно. Кто-то успевает оскорбления какие-то совершить, покритиковать, поругаться с преданными, хлопнуть дверью, уйти. Всем объявить, что я не кришнаит. То есть по-разному уходят. Да? Кто-то тихонько, кто-то громко. Кто громко уходит, им потом сложнее вернуться. Кто тихонько, им еще, у них еще есть шанс вернуться, потому что они никаких скандалов не устраивали, ничего. Им полегче.